Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гадзилла, Роман Сорвёрс, и мы продолжаем играть в растения против зомби. Это у нас пятая часть прохождения. Ой-ой, а здесь вообще у нас жестко, да? Ну все, значит, кабачок. Так, что еще делать? Да. Начинаем уже все засаживать. Все хорошо у нас. Проблем никаких нету. Хотя вот у нас идет один. Нет. Ну, мы сюда поставим уже горох отстрел. Он будет убивать зомбик. Отлично, тот взорвался, а этого ща убьет наш любимый пешутер-грохострел. Пешутер это грохострел на английском. Так, это уже плохо. Ну, кстати, не справляется. Без газеты это, знаете ли, не очень-то и хорошо. Все, мы ожидаем встречи с ним. Ой, а волна зомби, да? Так. Почему вы не даете солнышко? Куда она поставилась? Неприятно.
Будем засаживать еще картофельные мины, чтобы вдруг, если кто-нибудь подошел, так. Справимся, я думаю. Солнышко много уже, целых 300. Так, ну все, вбивайте. Так, забираем, 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 забираем. Зомби убиваем, газету разрываем. Деда Максима убиваем. Я готова. Где? В принципе, легко и не без потерь. Сколько один раунд? 7 минут занял. А вот это мне не надо. А вот это, знаете, не очень-то хорошо. Так, кто у нас здесь? Никто? Ладно. Итак, значит, я здесь. Разблокировали нашего тройного шутера. Здесь, в принципе, уже полегче. С конусом, уточкой. Обычной. И водолаз. Все, в принципе, легко. Кроме водолаза. Что быстро справимся. Все. Побежали. Вот тройной карасел, ладно, пойдет. Его цена оставляет, правда, лучшего желать. Знаете, почему я так говорю? Потому что он стреляет обычной горошиной, которая такого же урона, как и у обычного, блин, грохострела. Вот. Но он стреляет сразу по три линии. И все. Так что это, знаете, не очень-то и выгодно. Ugh.
Ты чё, пройдёшь? Не, ребят, он не пройдёт. Или же... Нет, не пройдёт. Не пройдёт! Здесь мы можем сэкономить, но поставить всё на нам. Пипец, дайте одно солнышко, все. Вот во что я говорил. Знаете ли, это не очень-то и хорошо. Нет, мне не нужно. Все. Жесть. А я, можно сказать, не готов. Можно сказать то, что я не готов. Ну ладно. Так, хорошо. Как мне понять, что хорошо, а что плохо? Я, в принципе, готов. Думаю, справлюсь на изи.
веселым. В принципе, все ясно, кто здесь выиграет, а кто проиграет. Опа! Водоросли, 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 водоросли. У меня же и на этот ключ. Они что, издеваются, блин? Что это, блин, такое? Так, все. Я здесь. Или там. Здесь у нас, походу, сложно будет. Что возьмем? И что еще мне взять? Тройного? Значит, вишни. Ладно. Ставим. Так, берем, тоже ставим. Берем. Ждем. Забираем. Забираем, забираем. Ставим. Ждем. Собираем, собираем, ставим. Ой-ой! Ой! Ой-ой! Бежим, 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 бежим. Да, я сошел с ума, все правильно. Так. И что мне делать? Ну ладно. А реально? Греха стрелы? Ну вот, поставила. Бежим, 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 бежим. Вот как трупачела танцует. О-на-на-на-на. Ой! Пока что легко, легкая волна.
Так, ладно, все. У меня там было какое-то маленькое дело. Вот. Короче. Нет. Ты как посмел? Куда? 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 Бежим, 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 бежим. Отлично. Красиво сделано. Так, оп. Он чё, походит? Тогда второй ряд нужно ставить обязательно. Чё-то какие-то они стали сильнее. Прям. Сильные. Сильные, прям сильные. Ну да. Отлично. Я думаю, у нас никто не прорвется. Все хорошо. Я готов. Так, нас здесь проедают. Все. Два. Еще две ада. Так, давай. Нет. Мы не должны этого постела потерять. О. Значит, нужно в магаз зайти. Так, короче, хочешь бекон? Вот, наконец-то они появились. Итак, я куплю горохометом, а также за 1000 вот это вот, да.
Это морская. Ну, вы меня поняли. Газонокосилка. Короче, с конвейер. Ага. Маленькие проблемы, большие зомби. А точнее, все наоборот. А реально. Слушайте. Так. Так, так, так. Нам. Блин, там мелкие футболисты. Большие проблемы, реально. Так, так опасно, опасно. Вон отсюда, кыш. Так, одна линия обороны уже есть. Так, так, так. У нас два стенореха на покусанной стадии. Знаете, что это не очень-то и хорошо. Блин, что она делает? Вот. Давайте, стреляйте! Все. Проблемы большие, зомби маленькие, но мы справились. Вот. Я думаю, пора заканчивать это наше видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.